от аэропорта по городам Подмосковья. Традиционный мотопробег, приуроченный ко дню празднования Великой Победы, стартовал в Шереметьево. Традиционный мотозабег возглавил генеральный директор московского аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. Также в колонне открывающих заезд участвовали сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» и другие партнеры авиаузла. В этом году мотомитинг прошел при участии профсоюзной организации и ветеранов аэропорта Шереметьево, а также курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Бориса Павловича Бугаева. Наш маршрут будет протекать через Лобню по местам боевой славы, далее Зеленоград, и дальше разворачиваемся и идем обратно в сторону терминала Шереметьево. Десятки байкеров приняли участие в гонке, посвященной 78-й годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Для каждого этот заезд особенный – дань памяти павшим героям, отстоявшим мир на земле.